Приволжский окружной военный суд зачитывал приговор банде грабителей и убийц 3 часа. Четверо подсудимых в общей сложности проведут за колючей проволокой более полувека. Криминальная история началась 11 декабря прошлого года. Молодые люди в магазине на улице Победа приметили супружескую пару, которую решили ограбить. Злоумышленники отправились за ними в Смышляевку, где и напали на своих жертв в частном доме. Жестоко избили, а когда узнали, что мужчина, начальник отрадинской полиции, решили убить супругов топором. От полученных травм женщина погибла, а ее мужу удалось выжить. Именно Еранкин нанес удары рубящей частью топора по голове потерпевшей Вашуркина Екатерине и потерпевшего Дмитрия Вашуркина именно после того, как Яцуненко обнаружил удостоверение сотрудника полиции в доме с целью скрыть совершение разбойного нападения, им и были нанесены эти удары. Подозреваемых Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Еранкина, Эрнста Яцуненко и Кристину Чистякову арестовали через несколько дней после преступления. Девушка проходила по делу как соучастница. Суд назначил ей штраф в 50 тысяч рублей. Водитель банды Пермяков проведет в колонии общего режима 5 лет, Яцуненко 10, Елтышев 13. А Еранкин, который наносил удары топором супругам Вашуркиным, отправится за решетку на 24 года. Его адвокат считает наказание слишком суровым. Мы признаем покушение на убийство, вот. Значит, и как убийство, как оконченный состав преступления. Вот. Разбойное нападение мы хотим данный состав исключить в силу того, что он причинил тяжкого вреда здоровью. Я считаю, что он отсутствовал в действии моего подзащитного. Сейчас Дмитрий Вашуркин продолжает нести службу, на вынесение приговора его не было. Преступники заплатят потерпевшему и его родственникам в качестве морального ущерба 6,5 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.